Возвращаем, восстанавливаем, но с радостью. Готовы? Да. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Радость, радость, радость. Раз, два, три. Вдаль, еще дальше, вдаль, еще дальше, вдаль, еще дальше. Раз, два, три, на пальчик, на нос, на пальчик, на нос. Искусственно радость, искусственно создаем божественное состояние. Искусственно создаем восторг, упоение. Искусственно создаем азарт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще, еще, еще. Радость, радость, восторг. Дальше, еще, дальше. Четче, 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 еще. Искусственно радость. Молодцы, молодцы. Еще улыбка, еще улыбка. Восемь, девять, десять. Вдаль, еще дальше. Четко, 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 еще. Еще четче, еще ярче, еще четче, еще ярче. Улыбка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, четыре, пять, шесть, семь. И заканчиваем, дорогим. Заканчиваем. Вот сейчас вы радость создавали. Слышали себя ли? Да. Приятно было послушать. Согласны ли? Такой комсомол. Такой энтузиазм, азарт. Слышали или нет? Да. Вот так руки сделайте. Вот так обнимите себя. Это я вас обнимаю. И тоже Надежда Васильевна тоже вас обнимает. Хорошо, вы молодцы, мы вам гордимся. Теперь берем табличку, смотрим, каково ваше зрение. Стало ли от этого упражнения у вас все чуть лучше, ярче на нужном вам расстоянии? Да. У кого стало лучше, поднимаем руку вверх. Я спрошу, кто это сделал, вы скажете я. Кто это сделал? Итак, восстановить способность жрать пельмени. Можно только пожирая пельмени, диеты не помогают. Если твои ножки не двигаются, обездвижением ты их не натренируешь. Ты должен двигаться. Ты можешь сделать 5 шагов. Ты их делай, но как? С радостью. Значит, завтра ты сможешь 6. Вот осенью это прошлого года я ножку сломал. Сильно, в мелкие осколки пятку раздробил, взрывного перелом разорвал. Неудачно приземлился, прыгнул. И так был уставший, еще этот гипс тяжелый. Я вот умиляюсь над этими врачами. Гипс – это же технология 19 века. 19-го, зачем тяжелый так? Наша задача – обездвижить или замучить человека? Но уже давно есть перфорированный какой-нибудь пластик, чтобы ножка дышала там, да? На пластике же тоже плесень не развивается, не обязательно гипс. Чтобы полегче бил. Ну, обездвить, ну, это полегче, обездвить. Такую тяжесть мне там, бам, замонтировали, вообще все. И так-то хреново. Еще когда тебе сверху накидали килограммов до туалета, знаете, на одной ноге прыгать, тяжело на одной ноге. А когда у тебя вторая и еще что? С гирей? То прыгать на одной ноге становится что? Еще веселее. Ну, конечно, мы гипс игнорировали. Не носил, честно признаюсь. Настолько был уставший. Я сказал, жена, я так устал, если гипс меня добьет. Через 45 дней надо ножку... Ну, я честно сказал, дорогие доктора, вы сказали ногу не наступать, я наступать что? 45 дней не наступал. Через 45 дней надо ее разрабатывать. А там же не только переломы, там еще и ушибы, и травмы, и растяжки, все вместе же. И потом она атрофируется очень быстро, оказывается. И вот надо наступать. И вот ты первый день делаешь 5 шагов. На лицах делаешь обязательно что? Улыбка, радость. А мы как раз поехали в Египет. Там зрение я преподавал. И одновременно процесс реабилитации делал. И вот по пляжу, по песочку все лежат отдыхать. Алексей Владимирович ходит с костылями, значит, 5 шагов без костылей. Через полчаса 10 шагов без костылей. Обязательно радость. Без радости, дорогие мои, такую жалость к себе можно натренировать. За что? Почему? Для чего? Все лежат. Ананас высокий пьют, в карты играет, а ты вокруг них ходишь, и что?
В море зайти и выйти. Знаете, как на одной ноге выходить из моря весело? Значит, да, дорогие мои. Все можно функцию, любой функции, растяжка, перерастяжка, любую функцию можно вернуть. Пришел, помните живи? Рука совсем тяжело же двигалась. Я прошу, пожалуйста, улыбайтесь. Владимир Васильевич рассказывал потом, говорит, Алексей Владимирович, вы когда говорили улыбайтесь, хотелось слегка, случайно вас что? Но надо же. А я смотрю, Владимир Васильевич упрямый человек. 10 дней прошел, не улыбается. На второй курс взял 10 дней. Второй курс занимается, тоже не улыбается. Но ходит же, занимается. Ну, мужики вообще же реже улыбаются. Но упрямый. Раз за разом. Потом смотрю, первый раз улыбнулся. Значит, чуть-чуть что? Отпустил. Благодаря упрямству. Давайте поскорее, чтобы недолго, сразу. Второй раз сделаем то же самое. Смотрим вдаль, обязательно с радостью. Кому нужно близко, смотрим, тоже что? С радостью. Плечко, осаночка, улыбочка. Еще. Дорогие мои, придайте значение, потому что эмоции и энергия – это синонимы. Какая энергия, какая эмоция, такая и что? Энергия. Вы знаете, что когда человек радуется, он расслаблен, спазм мышц проходит. А когда человек нервничает, он что? Напряжен. Когда мы нервничаем, у нас запор. А когда мы радуемся, что у нас? Нормализация кишечника. Не понос. Отсутствие запора не обязательно понос. Но когда мы радуемся, идет расслабление. Еще осаночка. Как раз мышцы надо спазм снять. Осаночка, улыбочка. Глазки закрываем. Кто-то смотрит на горизонт, за горизонт, на горизонт, за горизонт. А кто-то смотрит все ближе. Осанка, улыбка. 3-4, поехали. И 1, 2, 3, 4. Все четче, ярче. Еще. Ярче. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Все ярче и ярче. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдаль и еще дальше. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще. 10, искусственная 10, радость, желание 10, видеть. 10, желание 10, дальше. 10, интерес. Делаем с интересом, с желанием. Все четче и четче, ярче и ярче по октаве. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Молодцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С интересом, с желанием. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще четче. С каждым разом фантазируй ярче. Фантазируй четче. И заканчиваем, дорогие мои, заканчиваем. Спасибо вам за огромный энтузиазм. Наконец-то, не прошла и неделя. Вот сейчас, знаете, если бы Нарбеков зашел, вас увидел, какой азарт вы занимаетесь, он бы сказал, не зря я всю жизнь положил. А Вицена, если бы... Я бы тоже испугался, если бы он зашел. Все, пошутили, отдохнули. Берем табличку, посмотрели. Ну, а Вицена был бы доволен. Да. Смотрим, кто с радостью работал, у кого стало четче, лучше, ярче, поднимаем руку вверх. Молодцы. Вот это в системе Нарбеков называется работа с таблицей. Просто вместо таблицы вы смотрели вдаль. Потому что я заметил, когда люди смотрят в таблицу, сразу же рожа каменная у них становится. Как только бумажку видит, радость пропадает. Разогреваем ладошки свои, дорогие мои. И волшебные свои глазки закрываем. Потому что после этого упражнения будет самое интересное. Закрываем глазки волшебные. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох, пожалуйста. Помните, что с помощью выдоха, это безусловный рефлекс, очень легко, дорогие мои, расслабить тело. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох.
Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Ножки немножко вперед. Также создайте искренность. Легкий вдох через нос. И длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос. Выдох. Тело расслабили. Теперь помните искренность, да? Мыслями расслабьте. С помощью воображения представьте, как вы расслабляетесь. Представьте, что вы лежите, как расслаблены ваши ноги. Вы лежите на диванчике. Как расслаблены ваши плечи, расслаблены грудь, живот, глаза. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох расслабления. Когда с помощью воображения вы расслабились, добавьте настроение расслабленного. Когда человек безмятежен, он свободен от всего. Ему ничего не нужно. Такое чувство, что он может взлететь вверх и парить, чувствуя легкости и невесомости. Дорогие мои, что-нибудь нужно вам? Создайте настроение, ничего не надо. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос и длинный глубокий выдох. Легкий вдох через нос, длинный глубокий выдох. Абсолютная свобода. И мысленно зафиксируйте в своем сознании, скажите, мои глазки расслаблены. С каждым днем вы к этому привыкаете, все проще и проще вам. Мысленно скажите, мое тело расслаблено. Все проще и проще. Все легче и легче. Очень хорошо. И заканчиваем потихонечку. Глазки волшебные открываем, улыбки открываем. Как поработали? Проверяем, берем табличку, проверяем, как сейчас видимость. Вот он почетче становится или нет? Хорошо. У кого стало четче, лучше, ярче, поднимаем руку вверх. Понятно, как восстанавливается любая функция органа? Только применяя эту функцию. Пусть дозировано, но главное условие какое? С радостью. Если не можешь какать, хоть чуть-чуть какай, но как? С радостью. Не можешь кушать, хоть чуть-чуть кушай, но как?
Сразу. Не можешь двигаться, хоть немножко двигайся, но как? С радостью. Милтон Эриксон, один из величайших психологов 20 века, имея сильнейшие заболевания в юности, получил осложнение в виде полной парализации тела. Находясь в кресле-качалке, он мог только смотреть. Находясь в кресле-качалке, однажды он заметил, его не пододвинули к окну, ему было тяжело, ну, нечего было наблюдать, но было желание посмотреть в окошко. И он увидел, что его кресло-качалка чуть-чуть что? Раскачивается. Как человек умный, он предположил, что от его желания двинуться, да, его тело немножко рефлекторно двинулось. Он опять создал желание, создал образ, как будто он встает, смотрит, кресло-качалка еще немножко стал покачиваться. Тогда он стал создавать мысленное движение руками. С радостью, с настроением, с желанием вспоминать ощущение, как он поднимает руками. Вспоминать ощущение, как он двигает ногами. По чуть-чуть, понемножку каждый день, но с радостью. Через полгода он прошел вверх и вниз всю Миссисипи на байдарке. Ну, у них это каноэ называется. Чтобы самому себе показать и всем врачам доказать, что он полностью что восстановился. Это называется идиомоторная реакция. Идиомысль, моторика что? Движение. Сейчас мы используем, дорогие мои, этот эффект для того, чтобы убрать шрамы, рубцы и прочие ненужные нам на нашем теле дефекты кожи. Упражнение называется «Устранение дефектов кожи». Для чего? Дело в том, что рубцы бывают только не только на коже, да? Но, к сожалению, рубцы бывают еще и что? Внутри. Ну и внутри. Крупные воспалительные процессы, когда заканчиваются, они образуют внутри что? Маленький рубчик. Инфаркт миокарды, когда заканчивается, тоже внутри заканчивается чем? Маленьким рубчиком, да? И так далее. Очень многие процессы, так называемые спаечные процессы, спайки образуются. И из-за этого человек не очень хорошо чувствует все свои внутренние органы. У него вот это вот беркут, беркут, я сокол, не проходит сигнал, немножко хуже. Хьюстон, Хьюзен, я база, да? И с возрастом получается, что человек не становится однородным, а у него внутри остается много-много-много спаек, не только на коже. Вот у детей очень быстро шрамики уходят. Очень быстро рубцы уходят. Может оставаться только маленькая тоненькая ниточка, все. С возрастом потихонечку эта способность уменьшается. И уже какие-то такие бугры после операции на коже, какие-то там целые горы. Ну, если вот еще по старинке шили такими нитками, такие большие разрезы и прочее. Много рубцов остается, много шрамов остается. То есть способность, а у нас есть специальная такая ткань, которая отвечает за прорастание, да? Ну, знаете, что если вы порежете руку, то эта рана что сделает? Зарастет. Так вот в юности она зарастает быстрее, а в зрелом возрасте что? Меньше, да плюс еще может остаться что? Шрамик. И нам нужно вернуть в нашем теле то состояние, которое было в юности, чтобы все вот эти соединительные, спаечные вот эти ткани, которые остались, рана-то затянулась, а спайка осталась, кровоснабжение уже не то. Вы согласны, что шрам по своему цвету отличается от кожи вокруг? Он или светлее белый, хуже кровоснабжение, или наоборот что? Какой-нибудь синюшный, это означает, что там наоборот что? Ну, отток хуже, ну, застой немножко, да? Или синюшный, или наоборот бледный. То есть не так хорошо капиллярчики, не так хорошо идет кровоснабжение. С помощью какого рефлекса мы можем убирать дефекты кожи? С помощью знакомому нашему мозгу ощущения, когда идет заживление ран. Какие у нас идут ощущения, когда идет заживление ран? Вот под коросточками или аж обожгли руку. Какие ощущения? Почесывание, согласны? Слабенькое или сильное? Сильное. Да, родители говорят, не чеши, да? А рука так и тянется, что сделать? Коросточку что сделать?
Содрать. Значит, зуд, почесывание. Если когда-то обжигали, вот я один раз обжигал руку, и тогда не почесывали, дорогие мои. Там постреливание. Там не покалывание, там что? Так колит, там прямо вот, ну, когда идет заживление, прям такие вот, прямо вот эти вот ощущения сильные, да? Мы можем с помощью воображения их создать. Почесывание, зуд, жжение, покалывание. И в этот момент мозг что думает? Надо заживлять. Хозяин, оказывается, говорит, лениться не надо. Понятно ли? Значит, вы берете у себя на коже, да? Какой-нибудь дефект кожи. Ну, там какой-нибудь рубчик там зашитый, да? Или просто какой-нибудь шрамик не зашитый. Есть что-нибудь подобное или нет? Кроме родимых пятен, да? Исключение родимые пятна. Кроме родимых пятен. Если оно не от рождения, то берите. Если от рождения, то не берите. Хорошо? Ну, бывают возрастные пятна, пигментные всякие. Бывает или не бывает? С возрастом вот человек начинает, после загара у него там начинают какие-то неприятные на коже вещи. Берите на здоровье. Родимые пятна только не берите. Хорошо, у них немножко другая структура, другая природа. Угу. Берите на коже, уйдет на внутренних органах. Я сейчас объясняю, в чем весь секрет-то. Дело в том, что чтобы вызвать этот рефлекс, ощущения нужны сильные. Когда мы обычно работаем с теплом или с прохладой, мы тепло берем едва-едва легкое и приятное. Согласны? И мы предлагаем, а не навязываем. Ну, вы помните, чем отличается любовь от изнасилования. Так вот, когда мы работаем со шрамиками, шрамики – это ткань какая? Грубая или нет? Грубая. Это единственное исключение из общего правила. Когда мы берем не легкую температуру тепла, а какую? Сильную. Как будто утюгом. Понятно или нет? Сильное берем. Жжение сильное. Покалывание сильное. Температуру делаем сильную. Но только на коже. 2-3 миллиметра вглубь, не больше. Хорошо? Только на коже. Берем какой-то участок кожи, да, и работаем с ним. Не больше 2-3 миллиметра. А если мы внутри, там в кишечнике, будем создавать себе, как будто мы утюгом. Извините, кишечник и ткань, что более нежный. У каждого из нас есть вещества, которые отвечают за заживление ран. В какое время раны заживают, скажите, пожалуйста. Во сне вот многие считают. Еще когда? А? Правильный ответ. Круглосуточное. Если вы порежетесь утром, то будет заживать когда? Утром. Если вы порежетесь ночью, то будет заживать когда? Ночью. А то, что во сне, это у вас, опять же, вот европейская медицина, не веря в свои силы. В любое время заживает раны. В каком месте заживает раны? Везде. Понимаете ли? Специальные вещества есть в организме, которые отвечают за срастание тканей. Поэтому мы берем один шрамик, сильно от всей души создаем там желание пожечь. Сильно от всей души создаем там почесывание. Прям берем руки, руки мысленно. И этот шрамик начинаем что делать? Расчесывать его, как в детстве, с желанием. С желанием в детстве расчесывали? Родители заставляли. Мысленно его расчесываем со страстью, а уходит везде. Понимаете или нет? Потому что это вещество наш мозг начинает вырабатывать, а оно через кровь разносится по всему организму. И тем самым уходит на сердце. Мы внутри сердца не можем жечь, а внутри сердца уходит. Вы потом идете к кардиологу делаете, а кардиологи говорят, что-то удивлен я, что-то не ваш кардиолог-то. Понятно ли? Значит, хитрый восточный прием. Мы берем один, а уходят все. И вы в этот момент заметите, мы очень, не все, но очень многие люди, когда начинают чесать в одном месте, у них начинает чесаться по всему организму. Даже там, где им неприлично. Где они не ожидали. И эта чесотка, вот этот зуд, в самый неподходящий момент будет идти. Допустим, вы идете по улице, вдруг как зачешется, тут зачешется. Или лежите ночью, там зачесалось, тут зачесалось, везде. Поднимаем правую руку вверх и говорим, все по плану. Все по программе. Меня предупреждали. Хорошо? Это с этим бороться надо. Чешется кукла там, и слава богу, и пусть надо, ладно? У организма есть такой рефлекс, когда идет заживление, нервное окончание активизируется, поэтому ощущение почесывания.
У кого нету на коже никаких шрамиков, дорогие мои, поднимите руку вверх. Мы вам сейчас сделаем. И вы быстренько это уберете. А косточки на ногах нет, косточки? Вот можете тоже косточки на ногах брать тоже. Это тоже грубая ткань, ее тоже можно сжигать. Сильно. Хорошо? Ну, без фанатизма, конечно, дорогие. Без фанатизма. А после репетиции это шрам. Он же снаружи. Полгода прошло? Шесть месяцев с половиной. Вот его и возьмите. Хорошо? Не можно, нужно. Ладно? Значит, как мы работаем? Мы берем вот какой-то участок кожи. Небольшой. Ну, 5 на 5 сантиметров. 3 на 3 сантиметра. Небольшой. Ну, чтобы концентрация была сильная. Еще раз говорю, уходят все. И мысленно начинаем его расчесывать. Мысленно создаем здесь ощущение тепла. Для чего? Чтобы кровеносные сосудики раскрывались. Капиллярчики, чтобы улучшить кровоснабжение. Можно даже посильнее, можно даже взять уголечки. Уголечки взять уголечками так, хорошо, красными уголечками. Ну только кожу, только 2-3 миллиметра, хорошо? Это вы там не бойтесь, у вас здесь угля не появится. Но капилляры сильно раскрываются. Вот у вас кожа будет такое ощущение, как будто после короста. Нежная такая, легко ранимая. Сначала, значит, сильное жжение. Жжение, сильный зуд. А потом нам нужно дать обратную реакцию нашим сосудам, да? Мы возьмем сильный холод и опять зуд. У вас, дорогие мои, когда-нибудь был опыт прикасания на морозе железа языком? У кого было такое наблюдение научное? Поднимите руку. Ну, я вижу, помотала вас жизнь. Вы помните, наверное, это ощущение или нет? Хорошо? Примерно такое. Еще раз говорю, ткань грубая, ее не жалко. Но только что. Если нету шрамиков, возьмите на коже, просто чистый участок кожи, вызовите рефлекторные эти ощущения, хорошо? Ваш мозг все равно поймет, что ну, вы поняли, что вам от его что нужно. Вопросы? Уже пошло? Вот женщины! Вечно вы вперед, батьки! В пекло, уже зачесалось. Молодцы. Значит, не берем выше глаз, выше ушей, то есть в районе мозга. В районе сердца тоже не надо. В районе щитовидки нежелательно тоже. Здесь сложно, только кожу. Вы можете в азарте, она близко, видите, кадык близко, можете внутрь залезть. Любое другое место возьмите. Хорошо? Желательно то место, которое заметнее. Вы на спине берете, вам результат сложнее замечать там. Согласны? Который более-менее в зоне видит. Ну, если уж нет, тогда возьмите на спине. Ладно? Если вопросов больше нету, а желание работать есть? Есть желание работать? Дорогие мои, 5 минут, а потом маленькая переменка, но от всей души. Зудеть так зудеть, хорошо? Руку достаем свою. Проверяем. Эти ногти острые? Чесать сейчас как будем? Вот за все детство. За все те дни, когда не разрешали. Хорошо? Глазки закрываем, садимся ровненько, пряменько. Мысленно, дорогие мои, все свое внимание направляем в нужный нам орган. Имеется в виду кожу. Нужный участок кожи. Только кожу, дорогие мои. Очень хорошо. И сейчас мы будем представлять, как будто мы разводим небольшой костерок в этом месте. И вот этот жар, вот этот огонь будет изнутри наружу раскрывать все наши капиллярчики, улучшать кровоснабжение. И одновременно мы вызовем знакомые нам ощущения, рефлекторные. Поднимаем руку вверх, мысленно. Достаем ноготочки свои. Взяли? И начинаем сначала медленно почесывать в этом месте. Смачно. Медленно. Раз. Раз. Раз, молодцы. А теперь представьте, как будто вы взяли бересту, подложили под этот участок кожи и маленький огонечек зажгли. И как быстро-быстро-быстро береста начинает набирать. Набирать, 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 набирать огонь. И представьте красным этим место.
и начинаем расчесывать и огонь. Алый огонь и красный. Только кожу 2-3 миллиметра. Поехали. И раз расчесываем. И красный, и зудит, и угли, и пламя, и огонь. Два. Угли, пламя и огонь. А теперь разрешается расчесывать от всей души мысленно. Разрешается, дорогие мои, взять красный раскаленный уголечек и прикоснуться к этому месту, вспомнив ощущение жжения. Вспомнили? Еще раз красным уголечком, только кожу, вы прикасаетесь и ощущение жжения. Молодцы, молодцы, жгет, 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 жжение, жжение, жжение. Молодцы, 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 еще. И представьте, как прорастают капиллярчики. Кровеносные сосудики прорастают. Как кожа обновляется нежно, как под коросточкой. Нежная, тоненькая кожица. И продолжаем. Красные уголечки, прикасаемся и жжение в этом месте. Молодцы, молодцы. Во многих местах может начаться почесывание. Не боритесь с этим, если началось, пусть чешется. А мы еще раз берем свою руку и начинаем зудеть, начинаем почесывать. Поехали! Раз, раз. Красные угли и расчесываем. Красные угли и почесываем. Еще, еще, только кожу. Только кожу. Где бы ни чесалось, все нормально, все естественно. Отлично, браво, великолепно. Почесываем, расчесываем. И представляем нежное, легко ранимое кожице. И мысленно скажите: я благодарю свое тело. Я благодарю свой мозг. Благодарю свой организм. Продолжаем расчесывать. Продолжаем, дорогие мои. Красная, красная, нежная, розовая кожа. И потихонечку, потихонечку угли остывают, образуя пепел. Потихонечку наш костер успокаивается. Молодцы. И представьте, подул ветерочек. Прохладный-прохладный ветерочек, который сдувает этот пепел. Подул прохладный ветерочек, обнажая эту нежную, легко ранимую кожу. И представьте себе осень, ноябрь месяц, холодный колючий ветер с первыми маленькими колючими снежинками, холодными, едва-едва мелкими-мелкими в это место. Еще раз как бы мысленно делая вдох этой нежной, легко ранимой кожей, вдох, прохлада, вдох, прохлада. И теперь еще раз активизируем свои сосудики. Еще раз активизируем легким, мощным шоком, как вот в бане, когда из бани ты выпрыгиваешь в снег. Дорогие мои, возьмите льдинку в свои руки. Вспомните ощущение льдинки, холодной, обжигающей льдинки. И этой льдинкой прикоснитесь к этому месту, пожалуйста. Очень хорошо. Прикоснулись. Что чувствует, дорогие мои, ваша кожа в этом месте, когда вы касаетесь ее льдинкой? Обжигающий холод. Это еще раз активизирует сосуды. Обжигающая прохлада. А теперь опять поднимите руку вверх. Опять возьмите ноготочки и начните покалывание. Начните почесывание. Покалывание, почесывание, как январская стужа. Начали, начали, начали. Мысленно прижали сюда льдинку и почесываем. Льдинку и почесываем. Как будто вы эту кожу фиксируете здесь. Что да, здесь чистая кожа. Молодцы, молодцы, молодцы. И последний раз. Опять возьмите льдинку в руку. И еще раз прикоснитесь этим льдом
к этому участку, дорогие мои. Запомните ощущения, создайте их, усильте эти ощущения. Холодного жжения, холодного зуда, почесывания. Еще. И ваша нежная кожа навсегда осталась здесь. А теперь отпускаем эти ощущения, убираем их. Молодцы. Спокойствие, отдых. Отдыхаем и настраиваемся, подготавливаемся, дорогие мои. На романтический вечер. Отдыхаем, отдыхаем, спокойствие. И потихонечку мы снова возвращаемся в наш зал. Глазки свои волшебные открываем, улыбочки открываем. Как поработали? Хорошо. Хорошо позудили? Да. Почесали? Да. Сейчас, дорогие мои, вы не смотрите. Дайте хотя бы пару дней, ладно? Ваш мозг принял этот приказ. Мы с вами уже один раз сделали такой тренировочный массаж для эндокринной системы. Помните, мы говорили, что мужикам повезло? Чтобы мужчина всегда оставался молодым, чтобы кальций в костях у него не вымывался, чтобы сосуды у него не зашлаковывались, волосы у него не сидели. Всего-то и делов-то. Взял в ладошки яички и помассировал их столько раз, сколько человеку лет. А у женщины-то яичники где? Внутри. Значит, сейчас 2-3 минуты перемена, потому что на полный мочевой пузырь нельзя это делать массаж. И мы переходим к массажу гинекологии для женщин и предстательной железы для мужчин. Вы сами его делаете, мы вам все подскажем, все напомним. Хорошо? 3 минуты перерыв. К сожалению, врачи очень часто лечат органы путем их ампутаций. Вот. И если что-то ампутировано, все равно этот массаж делать надо. Ну, нет, они, может быть, и не вырастут, но мозг все равно запускает эти механизмы. Половые гормоны же не только в этой области вырабатываются. Самое главное, еще раз, дорогие мои, помните, мы с вами говорили, да, что когда вы что-то с помощью воображения представляете, так, у вас всегда могут быть сомнения. А если в этот момент мозг занят какой-нибудь работой, так, мозг занят работой, то сомнений нет. Когда вы делаете движение мышцами, ну, в области таза, да, напрягаете, расслабляете мышцы, если в этот момент вы представляете себя молодой, здоровой, красивой, это быстрее всего, что? Проникает и быстрее всего дает эффект. Поэтому без воображения нельзя делать. Просто напрягать, расслаблять мышцы – это вообще детский сад, дорогие. И именно каждую секунду юность, здоровье, красота, молодость, чтобы Анджелина Джоли вам завидовала. Хорошо? Вопросы? Где какие мышцы находятся, зачем их напрягать, расслаблять. Исключительно ради здоровья, дорогие мои. То есть исключительно ради нравственности. Хорошо? Хорошо. Да. Я ведь скажу, вы же первые начали шутить. Дорогие мои. Напрягаем, расслабляем. Напрягаем, расслабляем. Все мышцы. Милые женщины, вы во время напряжения и расслабления тоже мысленно это делаем. Помните идея моторной реакции? Любое наше упражнение, когда мы делаем физически, мы обязательно еще это же движение делаем, что? Мысленно тоже. Так вот, дорогие женщины, немножко вибрацию поднимаете в область пупка, немножко влево-вправо разбрасываете вибрации. Белый свет, ощущение чистоты, ощущение юности, ощущение молодости, как будто снегурочка делает это массаж. Хорошо? Дюймовочка делает этот массаж. Как ее зовут? Не Дездемона, а Джульетта. Джульетта делает этот массаж. Даздраперма. Имя такое надо придумать, да? Большевики пошутили, конечно. Помните, большевики сокращали разные слова, да? Моя мама работала на предприятии под названием «Уралгидротяжмаш». «Уралгидротяжмаш». Уральский государственный институт проектирования тяжелого машиностроения. «Уралгидротяжмаш».
А еще самый яркий пример вот таких сокращений были в свое время. Должность называлась «замком по морде». Заместитель комиссара по морским делам. Замком по морде. Ты кем работаешь? Замком по морде работаю. Доздрапермо. Знаете, как переводится имя такое? Да здравствует 1 мая. Надо так девочку назвать. Все, пошли, отдохнули. Главное, дорогие мои, главное – энтузиазм. Хорошо? Мы все с вами родом из великой страны, и в этой стране была величайшая нравственность, чего мы сейчас, к сожалению, не наблюдаем. Ни по телевизору, нигде, ни в кино. Да? И мы немножко можем скромничать, согласны же? Но ради здоровья 5 минут можно что? Не скромничать. Хорошо? Ради здоровья. Сугубо ради здоровья. Сказали мышцы напрягать. Даже если это какие-то непривычные нам мышцы, да? Может быть, даже мы скромничаем, все равно надо напрягать. Хорошо? Поднимаем правую руку вверх. Скажем, ради здоровья. 5 минут с энтузиазмом. Щеки после этого дела. Там выброс гормонов идет. Что дает этот массаж? Напомню. Первый. Устранение заболеваний в этой области. Всяких эрозий, выпадений, загибаний, грибков и прочей это ерунды. Все, кроме сифилиса, все поддается. Если месячный болезненный, болезненность месячных, что? Пропадает. У мужиков. Второе, дорогие мои. Идет выброс гормонов. Выброс гормонов. Гормонов молодости. Волосы перестают сидеть. Кожа перестает быть сухой. Румянец. Здоровье, энергия. Чистые сосуды, чистое сердце. Крепкие кости. Договорились? Обязательно в порядке. Ну и, конечно, омоложение. Это для женщин больше всего. То есть никаких морщин. Поэтому, если вдруг после этого массажа у вас не будет румяться, это означает, что все 5 минут вы сидели как мумия, забинтованы, значит, вы украли сами у себя. Да? Украли у себя здоровье. Постараемся, ладно? Я немножко вас настраиваю, чтобы вот как вы сегодня полностью самоотдачу работали, так же по октаве. Делайте массаж, я красавица, делайте массаж, еще больше, ну думаешь, дальше уж никуда, еще больше, хорошо? Чтобы к концу массажа каждый из вас победил на конкурсе «Мисс Вселенная». Садимся поглубже. Сели? А теперь на краешек стульчика. Откинемся на спинку кресла. Ножки немножко вперед, дорогие мои. Ручки на коленках. Пройдите вниманием стопы ног. Стопы ног, пройдите вниманием кожу. Пройдите вниманием, дорогие мои, голени, коленочки, бедра, чтобы чувствовать свое тело. Мы учимся ощущать свое тело. Низ животика, поясничку, лопатки. Пройдите вниманием грудью, руки, лицо и шею. Ушки. Снова пройдите вниманием грудь, животик. И направьте внимание в область промежности. Промежность – это между ног. Здесь очень много нервных окончаний, чувствительность очень высокая. Мужчины сейчас, напрягая все мышцы в этой области между ног, делают мощный массаж предстательной железы. А милые женщины – мощный гинекологический массаж. Улучшение кровоснабжения в этой зоне идеальное, что убирает очень многие причины заболеваний. И сейчас напрягаем мышцы, втягиваем в себя. Мышцы ануса, мышцы ягодиц, внутреннюю поверхность бедра, низ живота. Женщины, внешние мышцы влагалища, мужчины, лоно, копчику, мышцу. Держим, держим напряжение, расслабили. Еще разик. Напрягли.
Подтянули, потянули, потянули. Расслабили. Запомнили, прочувствовали. Набираем свой темп, свой ритм, дорогие мои. Ради здоровья, исключительно ради молодости. Представили себя Джульеттой. Представили себя юной, молодой, красивой мужчиной. Богатырь. Поехали. Раз, два, три, четыре. Втянули, сбросили, втянули, сбросили. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, 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 раз. И начинаем в хорошем темпе делать массаж. Подтянули, сбросили, подтянули, сбросили. Чтобы мышцы не были слабыми. Дорогие мои, чтобы улучшить кровоснабжение. И замечайте приятные волны нежности по всему телу. Приятные волны, дорогие мои, энергии по всему телу. Румянец на щеках. Сейчас как аккумуляторная батарейка. В этой зоне находится огромный источник энергии. Господь Бог дал женщине энергии не на одного человека, а на много. На много человеков. Поэтому энергия пробуждается. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще массаж. И сейчас, как аккумуляторная батарейка, вы заряжаетесь энергией. Массаж. Самое главное, ради чего вы делаете. Еще раз представьте точеные бедра. Ягодицы, талию, грудь, плечи, осанку. Еще раз представьте румянец, искорки счастья. И когда делаете массаж, представляете, что у вас 100% идеальное зрение. Чистые сосуды, массаж. Кожа идеально нежная. Грудь идеальная. Массаж и впитываем этот образ. Массаж и привыкаем. Да, я такая, да, я такой. Раз, два, раз, два, раз, два. У каждого свой темп, свой ритм. Особенно, если мышцы устали, тем более продолжаем, чтобы мышцы активизировать. Особенно, если вам непривычно, тем более продолжаем. Массаж, 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 массаж. Браво! Дорогие женщины, немножко вибрацию. И физическую, и мысленно делаем массаж. Все тело наполнено белым светом. И физически, и мысленно, и вибрацию поднимаем вверх в область пупочки и влево-вправо. Разбрасываем вверх, вибрацию влево-вправо. Молодцы, мужчины, все время в области промежности. Массаж, массаж, массаж. И образ. Какой вы человек? Какая вы? Дорогие мои, вы нравитесь себе? Вы представляете себя эталоном красоты, грации, юности, молодости, счастья. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще массаж. Втянули, сбросили, втянули, сбросили, втянули, сбросили. Улучшаем кровоснабжение. Ради здоровья, ради силы, ради идеальное зрение. Вам 16 лет. Массаж делает только 16-летний человек. Юноша или девушка, еще массаж. Молодцы, 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 молодцы. И сила во всем теле, энергия во всем теле. Высокий иммунитет. Молодцы, молодцы, браво, браво. Массаж, 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 массаж. Энергия, 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 сила. Браво, еще. Раз, два, раз, два, раз, два. По всему телу, по всему телу. Энергия и мощь, энергия и сила. Еще массаж, 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 массаж. Идеальная талия. В подробностях. Грудь в подробностях. Мужчины. Сила. Благородство, энергия, лютость, матерость, власть. Еще сила, инициатива, энергия, целеустремленность, массаж, мощь, лавина мощи. Живем один раз, живем в полную силу. Молодцы, 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 бунтарская энергия. Милые женщины, счастье. Эталон наслаждения, счастья и нежности. Делаем массаж и привыкаем, как вы хотите жить, кто вы, какая вы. Браво, 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 браво. Счастье, счастье, счастье. Улыбка, улыбка в глазах, улыбка на губах, ямочки на щеках, улыбка счастья. Это вы, весна, влюбленность, это вы.
Белый свет по всему телу. Массаж, массаж, массаж. Милые женщины, вибрацию вверх в область пупка, немножко влево-вправо. Вверх в область пупка, немножко влево-вправо. Мужчина, абсолютно безграничная сила. Абсолютно бесконечная сила и энергия. Лютая. Молодцы, молодцы, молодцы. Мощь. Браво. Очень хорошо. Немножко уменьшаем ритм сокращений. Немножко уменьшаем, дорогие мои. Но все равно сокращение делаем. А теперь возьмите это тепло, которое невольно образовалось внизу живота. И тепло это мысленно перенесите на свое лицо. И с помощью этого тепла мысленно помассируйте свое лицо. Помассируйте щечки, вокруг глаз помассируйте. Лобик сделайте, массаж шеи. Сокращения более плавные, более глубокие. И делаем массаж лица теплом. Разглаживаем лицо свое. Молодцы, молодцы, браво. Очень хорошо. А сейчас, дорогие мои, внизу живота создаем прохладу. Мысленно делаем вдох, создавая прохладу. И будем на прохладе еще сделать 30, 40, 50, 60 сокращений. На прохладе. Поехали. Белый свет, чистота и прохлада. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, 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 раз. Массаж, массаж. Реальный физический массаж и мысленный массаж. Своими руками мысленно тоже массируем внутри. И чистота. Идеальное кровоснабжение и энергия в теле. Сила в теле. Молодцы, молодцы, молодцы. Еще, еще, особенно мужчины на прохладе. И женщины, ощущение свежести, чистоты во всем теле. Белый свет, юность. Юность, молодость, массаж. Юность, 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 юность. Молодцы, 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 массаж. Браво, браво, от всей души белый свет и чистота. Молодость, весна и любовь. Как расцветают цветы нежными лепестками, невинными, первозданными, девственными лепестками. Только-только раскрываются цветы, представляем, и массаж. Юность и весна. Браво. И последние 15-20 раз. Белый свет, легкость, белый свет, чистота, массаж. И мысленный, и физический, и мысленный, и физический, и мысленный, и физический. Представляем. Чистые, здоровые ткани, белый свет, прекрасное кровоснабжение, высокий иммунитет. И вы есть эталон. Эталон счастья, доброты, нежности, душевности, любви, искренности. Эталон весны и любви. Красоты, молодости, юности, душевности. И потихонечку, потихонечку, дорогие мои, будем уменьшать ритм, будем более глубокие делать сокращения, отдых и спокойствие. Отдых и спокойствие. Давайте сядем поглубже. Ножки сделаем ровно в пол. Мы делали упражнение в образе молодости, представляя себя 16-летними. Теперь это надо привыкнуть и впитать. Положите руки на колени, выше поднимите голову, нос, расправьте плечи.
Красота, любовь, можно представить себя на природе, на берегу озера, в котором отражается. Благодарю каждую клеточку за каждый день, который она работала. Скажите, я из той породы людей, которые умеют ценить и благодарить, которые умеют видеть 99% здоровья, а не 1% нарушения. Скажите, я всегда в своем теле вижу только силы, только молодость. И мой мозг, скажите, работает только в этом направлении. Чтобы вы с каждым днем были моложе и красивее. Потихонечку заканчиваем, дорогие мои. Сейчас проверим свое зрение. Вы убедитесь, что гормоны действуют на весь организм. Быстренько-быстренько поморгайте, пожалуйста. С улыбочкой. Поморгайте, поморгайте. И потянемся. Давайте поднимем руки вверх. Потянемся. Потянулись, потянулись, потянулись. И легкий выдох. Сколько лет вам, дорогие мои? Давайте еще потянемся. Потянулись, потянулись. И подтягивайтесь, говорите, в Париж. Хочу в Париж. Настоящие женщины всегда мечтают только об одном. Дорогие мои, дорогие мои. Сколько вам лет? Привыкли уже? Целуем ваши руки. 40 дней, напоминаю, 40 дней привыкали. 40 дней. 10 дней у нас идут занятия очень интенсивные, 5 раз в неделю. А потом в течение месяца 3 раза в неделю. Не так интенсивно, но все равно, чтобы это до нормы, вообще же по-другому просто быть невозможно. Только радость, только сила, только энергия. Вы сейчас заряжены энергией или нет? Возьмите табличку, посмотрите, какое у вас зрение. И не забудьте похвалить себя. У кого, дорогие мои, стало четче, лучше, ярче, поднимаем руку вверх. Будем массаж делать еще? За 40 дней сколько раз сделаем? Широко расправляем руки, дорогие мои. И обнимите себя. За сегодняшний день скажите, благодарю себя за сегодняшнее занятие. Благодарю себя. И перед сном расслаблю глаза. А завтра утром как проснусь? Сразу в баночку. Хорошо? Поднимаем обе руки вверх. Мы вас очень сильно любим. Чао, какао, до свидания.